История одного из самых громких преступлений последнего времени в 14 томах. Все началось еще 2 года назад. Подсудимая Ольга Гисич лечилась в клинике медицинской компании ИДК. После операции и проведенных исследований врачи поставили ей страшный диагноз – рак. Спустя месяц выяснилось, он ошибочный. Как полагает следствие, это и стало причиной мести. Гисич обвиняют в организации избиения врачей. Были причины телесные повреждения врачу онкологического диспансера. Впоследствии были причины телесные повреждения Шерстобоеву, то есть это генеральному директору компании ДК. Впоследствии были осуществлены поджоги автомобилей, то есть Шерстобоеву и Токушеву. Все эти преступления, как установило следствие, по заказу Гисич за вознаграждение совершил ее знакомый Дмитрий Козлов. Его уже приговорили к 2,5 годам колонии поселений. Гисич же, по словам обвинения, предстоит ответить за угрозы и за вымогательство у медиков $1 миллиона. Пока это подтверждается лишь показаниями потерпевших. В компании ИДК от комментариев отказываются, так что вопрос, чувствуют ли врачи за собой вину, хотя бы моральную, остается открытым. Ни одного дела не было граждан. По иску Ольги Владимировны Гисич. Ни одного дела не было, где бы рассматривался факт причинения вреда. Почему она не стала судиться с ИДК, подсудимая не говорит, при этом полностью отрицает свою вину. По ее словам, она хотела добиться справедливости и не только для себя. Мое внутреннее убеждение – это преступники, которые просто без показаний разводили женщин на операции и, соответственно, делали. Они предлагали мне деньги, я отказалась получать именно потому, что моим условием было возмещение вреда не только мне, но и остальным потерпевшим и прекращение незаконной деятельности. К рассмотрению уголовного дела суд приступит через 2 дня. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.